Здравствуйте, представляю снегоуборщик Айкен MST500EM. Работает от электродвигателя мощностью 1600 Вт. Эта модель отлично подойдет тем, кто планирует ежедневно очищать территорию вокруг дома. Для расчистки лежалого и тем более мерзлого снега агрегат не подходит. Его специализация – свежевыпавший снег. Для техники этого класса ковш вполне вместительный – 50 см в ширину и 23 см в глубину. Снег отбрасывается на расстояние до 6 метров по желобу. Угол его поворота можно регулировать рычагом. Шнек изготовлен из особо прочной резины, а значит не поцарапает садовую плитку или другое покрытие. Ручка складывается, это упрощает транспортировку. Для более легкого хода снегоуборщик оснащен колесами. В отличие от модели с бензиновым двигателем, этот снегоуборщик прост в эксплуатации, экологичен, а работает довольно тихо. Вес модели 17 кг, что для снегоуборочных машин совсем немного. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.